Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу рассказать вам, причем очень кратко, о том, как можно солить пищу меньшим количеством соли, при этом испытывая тот же вкус привычной соленой пищи. Это хитрость, примитивная на самом деле, я поражаюсь, почему люди сами до нее не доходили. Итак, что вы делаете? Вы берете соль, лучше, конечно, каменную, перуанскую, либо гималайскую, насыпаете в банку, предположим, 1/3, 2/3 воды, ну, заливаете полностью доверху водой, теплой. Размешиваете, ну, размешается, может быть, не все, останутся кристаллики на дне, значит, знаете, у вас примерно такой гипертонический раствор получился около 30 промилле морская вода, ну, условно говоря. Эта концентрация просто стабильная для того, чтобы вы знали, какое количество соли уже на глаз вы будете на определенный объем еды использовать опытным методом, как, собственно, и солят щепотью, тоже опытным методом уже, да? Так вот, берете потом пипеткой, либо чайной ложечкой, и сделали, предположим, салат. Налили туда небольшое количество, размешали. Вкус какой попробовали? Соленое, привычное для вас. А теперь знаете, что вы не просто в 2-3 раза, а в 10 и в 20 уменьшили концентрацию соли. Как? Да дело в том, что когда вы сыпете вот эти вот кристаллики, они западают, большая их часть, при перемешивании между листиками салата. И вы рецепторами языка, ротовой полости вообще не чувствуете всю соль, разумеется, только ту, что успела раствориться из кристалликов. Так вот, но большую эту часть вы даже и не можете чувствовать. И едите поэтому больше, чем потребовалось бы вам для вот этого психологического удовлетворения привычного соленого вкуса. А теперь представьте, вы берете, льете уже жидкость, раствор, то есть раствор соли, разведенной в воде. И вся пища, безусловно, вся, которую вы в рот взяли, тот же салат, она уже обволакивается по всей своей поверхности равномерно, причем равномерно определенным количеством соли. Вы ощущаете, да, достаточно, но знаете при этом, что вот этот вот НЗ, скажем, или нерастворенные кристаллики, которые вы не ощущаете, вы их и не почувствуете. Значит, вы можете реально ощутить то количество соли, которое растворено полностью, и вы будете в 10 и даже в 20 раз есть соли меньше при тех же получениях привычных вам соленых вкусов. А это значит, что, я думаю, не стоит говорить, что это значит, вы убережете свое здоровье от чрезмерного потребления соли, которое не очень полезно для здоровья. Ну вот дал я вам такой ценный совет маленький, возможно, я тоже буду выпускать изредка такие видео, где будет коротенький, ценнейший совет, но который поможет сберечь здоровье. Я надеюсь, вам было интересно, и ставьте, пожалуйста, тогда лайки. Ну, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Мои видео в основном о здоровье, хотя и не только. Тем я поднимаю разных очень много. Ну, пожалуй, все. Ну, всего вам хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.